Сегодня мы решили разнообразить наш выходной день и поехали в самую большую соляную шахту Европы – Солина Сланик в Прахово. Сюда, вглубь шахты, нас везли на обычном пассажирском бусике на глубину 208 метров. Румыны говорят, что если спускаться в эту шахту на протяжении 10 дней, каждый день на 4 часа хотя бы, то все бронхолегочные заболевания отступают. Поэтому я надеюсь, что за сегодняшний день максимальную пользу организму мы принесли. Очень прикольная задумка. На глубине в шахте сделали игру в гольф. Кто пришел сюда с детьми, можно развлечься и провести время с пользой. Абсолютно все стены вокруг нас из соли. А еще здесь, как в санаториях, есть шезлонги, где можно прилечь, отдохнуть и подышать солью. Возможно, передать весь масштаб этих соляных стен, которые окружают нас. Они просто огромные. Максимальная высота вверх около 50 метров. Здесь вот иллюстрации того, какие использовали машины ранее для добычи соли. В общей сложности около 3 миллионов кубических метров соли было вывезено из этой шахты в начале 20 века. А для того, чтобы было не скучно дышать полезным соляным воздухом, здесь установили столы для пинг-понга, бильярда и даже есть кафе, где можно перекусить.